Мотосезон подошел к концу, и многие байкеры уже отправили своих железных друзей на зимовку в гаражи. Чтобы отметить окончание сезона, любители двухколесного транспорта встретились в экспоцентре, где в эти дни проходит выставка «Мотозима» – одно из самых ярких событий в жизни мотоциклистов. Организаторы «Мотозимы» предусмотрели множество активностей, причем как для взрослых мотоциклистов, так и для самых маленьких поклонников двухколесной техники. Посетители обменивались опытом, примеряли на себя выставочные байки, участвовали в конкурсах и, конечно, увидели шоу на уличной площадке. Под открытым небом проходили выступления по мотофристайлу и заезды мото-джимханы, в которых могли принять участие все желающие. Осенью сезон закрывается, и мотоциклисты потихоньку впадают в спячку. И мы хотим сделать так, чтобы активность немного продвинулась, чтобы в межсезонье народ сошел на позитиве. Но мотоциклами выставка не ограничилась. Посетители познакомились с новыми моделями квадроциклов и снегоходов. В павильоне нашлось место и для автомобилей, а вернее для вездеходов, вокруг которых был настоящий ажиотаж. Организаторы уверяют, что нет аналогов у выставки «Мотозима». Столица — это единственное мероприятие такого формата. Мы рассчитываем, что больше 20 тысяч посетителей будет. Весенние мероприятия более масштабные, но и сюда народ приходит активно, то есть достаточно плотный поток идет. Под весенним мероприятием понимается «Мотовесна». Выставка, которая традиционно проходит в апреле и фактически открывает мотосезон. Над программой грядущего фестиваля организаторы уже работают, но подробности пока не раскрывают.